Итак, продолжаем, как говорится, процесс по кассеткам. Вот, макселочки вот такие замечательные есть. Но, да, что-то я дорвался до них слишком много. Можно какое-то количество, в принципе, и на продажу выставить, нет проблем. Вот, другое дело, конечно, кто их купит, потому что эта штука не дешевая. Вот, ТДК, СДшечка. Вот думаю, распечатывать ее или нет. Она, в принципе, в идеальном состоянии, достаточно для коллекционеров. Очень неплохой вариант. Мне вот ее прям жалко. Единственное, здесь вот как бы микроповреждение упаковочки есть. Я ее туда-сюда валандал. Не знаю, насколько это коллекционерам принципиально. В принципе, это снизу, да, если она на полочке у кого-то стоит. Чего я никогда не понимал, вот любоваться на аудиокассеты, например, запечатанные. Но, ладно, как говорится, у каждого свои заморочки. Вот, Fuji, шикарный хромчик, кстати, второй тип ленты. Она практически новая вообще. Тоже, ну, тут много чего, как говорится, есть на продажу. Это так, что вот попалась Z-Sig. Вот, ну, клапаны выломаны. Но в любом случае, если людям что-то потребуется, и с целыми клапаночками без проблем будет. Это я пока так просто показываю всякие симпампушечки, которые лично мне нравятся, подчеркиваю. Вот, вот такой вот Z-Sig, например, беленький. С желтенькими каточками. Еще есть и не желтенькими. Их там много всяких разных. Здесь тоже выломаны, но это, как говорится, уже дело техники. Вот. Очередная SD-шечка. Второй тип ленты. Аксия. Она же Fuji. Кстати, когда вот Fuji такой как раз и не было. Это исключительно Аксия. 1985 год, по-моему, если мне память не изменяет. Вот. Что у нас тут? Ну, вот такие вот 10-минутки. А я, кстати, ну видел, да, больше бывают, кстати говоря. Шикарная вещь. Вот, 10-минутки, конечно, это на любителя, но тем не менее. Вот, кстати, когда FX в таком же дизайне, хотя, в общем-то, первый тип ленты, ну и четвертый тип ленты в таком же дизайне, и даже с такой цифровой, это самое, раскраской, одним словом, палитрой. Вот. А шиксики, ТД-кухи, 46, 60 и 90 минут. И HXS тоже. Шикарная вещь. Тоже у меня их что-то уже много скопилось достаточно. Поэтому можно какое-то количество рассмотреть на продажу, обмен. Ну, в общем, кому на что. Еще, пожалуйста, представитель Z-Sig'а. У меня сейчас здесь Z-сики одни пойдут практически. Всякие разные. Метальчик Z-сик. Еще один. По сути, у всех дизайн одинаковый. Поэтому не знаю. Мне какой тип ленты, мне в принципе не принципиально. 10-минутка еще одна такая. Ну это просто оно есть рядышком. А, вот метальчик как раз. В таком же дизайне. 46 минут. Металл. Шикарная штука. И дорогие они, к сожалению, елки-палки. Но это так, на любителя, кому нужна экзотика. Кому ТДК D90 и Sony EF Super уже надоели. Вот это первый тип в идеальном состоянии. Ну, в общем, всякие красотульки относительно. Но вот у Z-сиков, да, несколько видов однотипных дизайнов. Хоть они и называются по-разному, хоть они там более редкие, менее редкие. Но сами корпуса кассет, по сути, выштамповка у них одинаковая. Вот, пожалуйста, второй тип ленты. PH1, PH2, они вот одинаковые. PH4, по-моему, даже есть, кстати. Вот. Вот. Первый тип FX с красными
черный с красной клипсинкой. Ой, каких только не понаклепали, господи боже мой. Великое множество у меня XL-ек от Максел, я их очень люблю, кто бы что ни говорил, шикарная лента. Вот, провальчики, может, и есть, да провальчики эти дропауты, я ненавижу это английское слово, но суть не в этом. Суть в том, что прописывается идеально, лента, как правило, у них, вот особенно у которых такие каточки, беленькое колечко вокруг и черненькое это. Ну, это, в принципе, не принципиально, их там разновидностей тоже полно. Но самый красивый дизайн, я считаю, вот такой. Ну, лично на мой вкус. Вот, естественно, вкладышей у меня полно разных. Ну, у меня вот несколько сотен таких вот XL2 в таком дизайне с вкладышами, со всеми делами. Вот, это нет проблем, как говорится. Вот такая вот Зетца Вербатиум, блин, даже не знаю, как ее лучше обозвать. Вербатиум пускай будет. Контора-то Вербатиум все-таки. Не, симпатичных полно, конечно. Вот. Что у нас тут? Вот такой вот Зетсик. Опять же, да, корпус-то стандартный, как бы, для них. Вот. Вот это тоже вот стандартный как бы корпус. Ну, второго стандарта, их, по-моему, три только вот я стандарта наблюдаю. Ну, это вот один из этих трех стандартов, только он тонированный такой вот есть. Ну, как говорится, что есть. Ну, вот до этих я дорвался, у меня их немыслимое количество. HFS, HFX. HFES, причем вообще всех годов выпусков и, в общем, до упора, начиная с 84-го года и понеслась до самых последних конца 90-х годов, когда их вот перестали выпускать. Вот. Вот таких вот с керамическими вставочками, элементами тоже полно. 46-минуточки, все дела. Вкладыши. Есть оригинальные, есть репринт. Есть подписанные, есть нет. Все что угодно. Все для народа в любое время года. Это вот металльчик такой. Вот как раз ранний мой любимый. Но это в идеальном состоянии вообще кассетка. Вкладыш родной есть, естественно. Все дела. Тоже у меня их достаточно много накопилось. Вот этих металлик именно. Они же с 78 по 83 выпускались вроде бы. Потому что потом уже пошел металл S, ES и так далее. А это вот металлик. Лента, ну, ничего плохого, ничего хорошего не сказать не могу. Терпимая, короче говоря, лента, но не идеальная у них. Но дизайн прикольный. В идеальном вот таком вот состоянии, конечно, найти проблематично. У меня есть, собственно. Вот. Денончики вот такие жутко, безумно дорогие, 90-минутные. Вот, второй тип ленты, все дела. С клипсами такого зелененького прикольного цвета. Желто-зелененькие клипсики. На камере, кстати, такие приятно зелененькие. Вот, но это дорогое удовольствие. Да, у меня таких вот всего, по-моему, три кассетки. Именно 90 минутных. А так у меня их разные. В общем, по природе существует вкладыш, везде подписан, к сожалению. Но сама кассетка, лента здесь идеально. Ну, Денон и в Африке Денон. Там лента вообще всегда прекрасная. Вот, и этих накопилось. Поп-рок. Все дела. Классик. Поп и классик. Первый тип ленты. Рок. Второй тип ленты. Шикарная пленка. Сонька вообще... Соньки, вернее, вообще все, они все практически в идеальном состоянии. Такая царапка, ну, просто попалась такая. Естественно, есть с неволными клапанами также. И в идеальном состоянии металлизированный 83-го года. Вот. Или же, соответственно, не металлизированный. БШФ, ЦШФ. ЦШФ у меня металлизированный нет, кстати. Вот. Прекрасная.
чудо. Люблю Соньки. Неубиваемые пленки у них, с ними что хочешь, то и делай, и все, прекрасно будет.